Ну, они за все это хорошо играют. Они, блядь, 8 лет учились воевать с атомами. Да. Я сам с ними встречался с глазу на глаз, я сам с ними встречался, я видел их, они вот реально, они готовы умереть здесь. А этот тренер сдается? Я. Так что ты это там не лезь, вперед не лезь. Ну да, вот именно, они нас отправляют вперед. Ну, отправляют всех, вот я знаю, сколько пацанов зовут, блядь, да, хороших. Я знаю, у нас тоже такая ерунда, я знаю. Только много не пей, потому что много, если будешь пить. Я знаю. Да. По чуть-чуть пей. Мы вот по чуть-чуть, потому что они пошли вон на зачистку, зачистили дома, нашли вон 3 бутылки коньяка, сейчас я мясо в духовке буду жарить. Вы хоть продвигаетесь сюда? Ну, вчера двигались, сегодня ничего не делал. Так, разбьем мы их все. Так, или ноги вносим. Да устали мы здесь, у нас тоже снайпер сидит возле нас, и всех убирать. Сегодня уже 4 человека. Снайпер 4 снял сегодня? Да, сидит оно. Не вылазит. Да не вылазит. А что, танк не может вылезти и разъебать его, или чего? Никого нету вообще. Не переживай, все будет хорошо. Ладно, не будем, мы, короче, заработаем. Давай.